О! Мы это с тобой читерить можем. Ага. Привет! Витёк и Стас на экране! И снова эта музыка, снова эти кролики. Снова это они, бешеные кролики. Но в этот раз, надеюсь, все-таки получится сыграть в Death Watch. Ну, в общем, друг против друга, да, Стас? Да, это будет Death. Давай. Это матч будет до Death. Дети лезут ко мне на экран. Отлично. Я представляю, такие дети по экрану ползут. Итак, ну что, давай самую первую карту. Ну давай. Я желтый или нет? Я не знаю. Я желтый. Ура, я побеждаю! Погоди. Все, я научился цепляться. Давай, иди сюда. Иди сюда, ушастый. Ты дурак, да что ж такое? Че дурак, что ли? Уходи отсюда. Да. Уходи. Нет, а почему? Я почему зацепился-то? Че ты зацепился-то? Оп, не поймал. Давай. А теперь у меня не работает цеплялка, прикинь. Да? Ага. Устал. Нет, я должен. Работает все. Нет! Не лезь! Зарю! А то убью! Так, тихо. Ну, давай, иди ко мне. Я готов к тебе. Я не готов к себе. Опа! Акробаты, а? Опа! А смотри, он в этом режиме он не может долго держать. Да, не может. В общем, прикол. Да. Ты мне шею сломал, говнюк. Пшел. Так, надо. За ручки. Видал? Это была жесткая смерть. Как я тебе сказал? Я не пожелаю врагу. 28 ударов. Ты действовал наверняка, да? Так. 28. Опа, не понял, я тебя задушил просто. Как это? Это нереально. Спасибо за поддержку. Нет, я живой. Я иду к тебе в атаку. Не понял. Действительно долго не держится. Я тебя спас. Я тебя просто спас. Ты хотел меня убить. Ты сам сейчас, я вообще ни при чем. Я иду к тебе в атаку. Да что ж такое? Такое ощущение, кто быстрее сам себе сломает шею. Подержись за шипы. Вот так вот тебе. Злой Витька, нет. Стас, спаси меня. Не хватай. Что ж такое, я туда-сюда прыгаю. Я пытаюсь уйти от этого сумасшедшего маньяка. Да что ж такое-то? У меня последняя жизнь. Иди сюда. Это за цирковые представления. Вот. Так-то вообще, ну как ты так? Меня геймпад подводит сильно очень. Последняя жизнь у меня. Да, это победа! Отлично. Давай следующую карту, какую хочешь. Давай, да без разницы, следующую карту. О, давай с шариком. Давай. Так, я буду, наверное, тогда на перекрестии, потому что, ну это... А, на перекрестии нельзя, серьезно? Да не. О, шар! Пошел вон. Это мой шар. Нет. Уходи. Нет. Ты же отпускается, ты же помнишь, да? О, подписочка. Зачем ты это сделал, Стас? Как мне теперь оттуда убить тебя? 1-3-7-0-6-0. Так, надо Стаса. Интересно, если ты шариком по мне прокатишься. О! На! О, шар! Валим. Ух ты! Не трогай меня! Боже мой, какой ржач! Так, все, дети, хорош ржать. Дети, перестаньте. Стас, ты куда? Так, ладно. Там шарик сломался.
Оля, мне нужно, чтобы я на перекрестии мог играть, потому что у меня люфтят эти стики. Да, ну давай, доиграем, потом пойдешь наштроишь. Сейчас. Я хочу жить. Я слишком красив, чтобы умереть. Я иду к тебе. Стас, спасай! Я должен тебя убить, зачем тебя спасать? Да что происходит? Я сам себя убил раз 7, наверное, из этих 9 раз. Витке можно вообще ничего не делать, он просто может смотреть на всю картину. Как я сам себя убиваю. Так, доминирующий камень. Так, заткнем сейчас дырочку. Не вылезешь. Смотри, я могу здесь дольше висеть. Не, сейчас отвалишься. Смотри, с меня что-то льется. Это пот. О, наконец-то. Это была эпичная смерть. Так, давай, пойдем в меню, сейчас Стас настроит себе управление. Ну что, может, баскетбольчик какой-нибудь? Давай попробуем, давай, я не против. Посмотрим. Выбирайте команду, ну все в порядке. Давайте начинайте. Так, у нас тут баскетбольный суперматч. Так, погоди, Я должен в красное кольцо забивать, да, наверное? Я синее? Я думаю, что... Я синяя голова? О, ты ко мне можешь... ногу сломал! О, вода! Вода! Нет, мама! А погоди, а тебе очко дали! Мы это же не... А, нет! Нет! Очко-то дали тебе, нечестно! Стас утонул. Что? Я не утонул, меня убило. Нет, ты, по-моему, утонул. Нет, а убило, шею сломало. То есть я с синей повязкой, я должен синее кольцо закидывать, я правильно понимаю? Ну, я так понимаю, что да, потому что, ну, почему с тобой... А можно с собой интересно забить? Стас, пусти меня. О, вода пошла. Пошла вода души Стаса. А, нет! О, забил! Посмертное забивание. Я сам себя убиваю, как это получается? Не-не-не, здесь очень быстро захлебываешься, Стас, я понял. Да? Да, очень быстро, не как в игре. Так, можно хватать тебя за хвост и это... И топить. Я в обратную забил. Так не считается. Я почеканил, так, тихо. Оп. Ай-ай-ай! Так не считается, говорил уже. Ай-ай-ай! Так, тихо. Опа! Не понял. Тебе обратно не трепал. Оу! О, Стас, спасибо. Нет. Мой мяч! Я от тебя убиваюсь, реально. Да, ты от меня убился, я видел. А почему ты меня не убиваешь? А, я задохнулся. Или об кольцо, я не знаю. Бадам, нет. Шо, ван? Нифига себе жестоко. Вода идет. Нет. Стас, помоги мне. Так. Ой, опять вода. А как я тебя, а? Как я сам себя? Опа. Нет. Нет. Я как истинный баскетболист повис на кольце. Странно очень как-то, они периодически сами... Нет, он выиграл! Да, мать! Ебать! Так, давай другую карту. Какую, ледяную давай? Давай, ледяную, на ледяной еще не катались. Я первый гол сам себе забил, я не знал, куда забивать просто. Ой, да не надо. Опа! Опа! Гол! Гол! Куда? Да? Вот ты говнюк, а ты фигачи зарядил! Бум! Трюхачик сломай! Как ты сломался-то, я не понял! Не знаю! Знать не хочу, я побеждаю! Нет, ничья пока что! Папа, зови с собой! А, нет, ну как так-то? О, слава яйкам! Ты что, розовый? Я желтый! Нет! А
кричал. О, нет, нет! Оп-оп-оп-оп, давай! Давай, я лечу! Так, я лечу, я лечу. Я лечу, ну что с этим сделать, Шарон-то? Давай! Забей! О, нет, так не работает. Папа, ты же голубой. Спасибо. Мы что-то узнаем новое каждый раз. Тихо, стоять, это мой шар. О, нормально, боевой прием тебе дал, видимо. Почему Витька хватает меня сзади? Давайте. Нет, это мое... Нет, я... Нет, 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 быстрее возрождайся, Витя. Ты... Что ж такое-то? А я иду спасать! Оп. Иди сюда! Нет! Это мой мяч! Это мой... Иди отсюда, говорю! Ти-ти-ти-ти-ти, за уши тебя! Что происходит? Хорош, бесить мой мяч! Во! Стражи какие-то ворота! Воу-воу-воу-воу, слэм данк! Что вы? Еще и меня! Видал, такой гол был! Офигеть, вообще жесть! Воу-воу-воу, давай! О боже! Не получилось! За уши тебя сейчас отодрать надо! От мяча! Нет! Нет, это мой мяч! Ну что ж такое, я шею ломаю постоянно. Это не спортом заниматься, Витя. Слишком много ломаешь шеи. Уходи отсюда. Да что такое-то? О, фига себе, в космос. Слишком космический мяч. Так. Оп, 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 не, ну так не работает это. О, о, нет, мимо. Ты вообще-то... Не-н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 е-
почему ты хочешь, чтобы Стасу забила? Так и надо. Почему? Надо забивать. Мне надо в левую забивать, Стасу в правую. А, правильно. Ты что, а что, я опять труп? Нет, я, я желтый. Ну почему тебя тогда... Я не знаю. Я хочу, как и все истинный Майкл Джордан, забить. Нет, отдай! Это мой мяч! Джордан! Майкл Джордан не пройдет! Отнял, отнял, нет, смотри. Нет, мне шею сломали, нет! А там же желтый, а там... А! Тут... Как это сделать тут, а? Тут желтый! Как вот непонятно! Нет, 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 там красный, там синий. Тихо, 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 тихо. Просто какая-то дикуха творится. Тут желтый. Хватит. Синий. Это красный. Синий — это мое кольцо, он мое кольцо забивает. Красный. Давай, Стас, забивай. Ну, забей. О, ну, тихо, тихо, тихо. Нет! Все, за окно. Ну и чего? Разыграли, разыграли. Все, пошли, пошли налево. Жалко, что футбола нет. Хотя с футболом, наверное, было немного сложнее. О, ну. А нет, куда? Анечка, забивай. А, нет, шея. Так не работает. Фу. Да, так не работает. Отпусти меня, папе, тащишь. Не щекоти. О, пошли. Почти забил. Отбил. Так. Нет, давай быстрее. Не задать фиг выиграть. Сюда катится. Мы тут с тобой читерить можем. О, попкой свари сыграл. Ой, Стас, почти. Ну, давай, ну, забей. Что ж такое-то? Нет. На спину тебе. Нет. 2-0 просто побед. Сухую. Так, что там еще у нас есть? Ладно. Кэрот Граб.
Ку, это надо морковку своровать, да? Своруй морковку, принеси домой. О, слишком огонь. Как тут действовать-то хоть? Здесь ракетный двигатель есть. А вот морковка. О! Типа, кто больше морковок за время, да? Тут надо чешею сеть не сломать, Витька. Так. Так. Пошел вон. А! Моя морковка! Отстань! Отстань! О! Тихо! 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 Да! Одна морковка моя! Оп, вторая! Ценой своей жизни! А ты, наверное, воровать можешь, да? Надеюсь! Надеюсь, такой ворует уже! Да! Да с той стороны тоже есть! Отдай мою морковку! Моя! Мы с тобой сломали аппараты! Смотри, как меня накрючило, это вообще был огонь! Ай! На, морковку отдал! Что с тобой, Стас? Я сломала! Бабушки! Сейчас, силы наконец-то! Положи хотя бы одну морковку! Я в твою корзину на ноги! Тебе положил! Ты ко мне в корзину положишь? Спасибо, Стас! Дети, нет! Все, это победа! Бонус 20! Ой, хорош, слышь, ну это дикое вообще, вот это самое дикое. Ну тут так громко она пшикает вообще. Вообще не говори, очень громко и... Ну чё, в какую ты хочешь еще поиграть? Ну давай еще вот эту вот, по две игры сыграли. Морковку? Каждую. Ледяную морковку теперь, да? Да, ледяную морковку посмотрим. Давай, да. Ледяную морковку. О, ты чё там? А где моя корзина слева, да? Звуки, конечно, адские. Ой, я у Стаса в домике. Ой, я... А я могу скинуть за морковку? А, я морковку скину. Ой, и мне тоже, спасибо, Витька. Да на! Йота ХФ 47 стал членом клуба. Это моё. За меня. Маришка, отдай! Отдай морковку! Нет. Нет! Моя! Моя морковка! Нет, мы улетим отсюда! Так. Мои морковки! Отдай! Дай! Стой! Воруют! Воруют средь бела дня! А, меня сломало! Я тебе все морковки переворовал. Унес у тебя. Ой. Ой. О, я сломался. Нет, не вовремя. Воруй, воровщик. Воруй, воровщик. Нет, это моя. Я сломался опять. А, нет, ты меня сломал, я выиграл. В итоге 2-0. Ну, блин, мощно, это твоя игра. Ну да. А твоя баскетбол получается, да? Твоя баскетбол, забаскетболили. Так, ну что ты еще хочешь? Ну давай еще раз дедматч поиграем, наверное. Там больше карт всяких. Мы, кстати, на дедматче не сыграли с тобой в ледяную, и в морскую. Давай, давай морскую. Давай. Дедматч, по-моему, самый угарный вообще. Кто быстрее кого убьет? Море. Стас! Как я мог умереть на попрыгушке, скажи мне? Там, кстати, мины наверху. Да, мины. Ой. Я плаваю. Ой, тут шипы. А, смотри как, а здесь тоже отливы есть. Я сломался. Стас в джакузи устроил себе. Я отдыхаю, я жду. Я жду, когда это... А у меня есть мячик. Когда вода-то придет? Сейчас я Стаса мячом по голове, на. Иди сюда. На. Нет, нормально, я тебя мячом оглушил. Это смертельный мяч был. Это или, мяч ты заглав... или ты захлебнулся? Захлебнулся он. Ты сейчас заглавишь. Давай, спускайся. Я тебя тут жду.
Что, я сумасшедший, что ли? Я подожду, пока ты придешь. У меня есть мяч. Хотя... Я не знаю. Прыг. И мяч такой вверх. О, он к тебе подкатился. Да как так-то, ну? Топи, топи его, топи. Кролики, знаешь, так кролики какие-то все ломаются моментально. В десматче они очень ватненькие, я согласен с тобой. Вообще никакого нет, сказал бы. Ты упал. Главное на ножки приземляться. Вода. Нет! Ну куда ты, друг? Ну куда ты, ну? А, нет! Ударился. Это же не дубов. Топи его! Топи! Топи его! Убился! Да как ты не убился? Я Стаса топил. А! Ёлки, там вода отступила. О, я пришел к тебе. Ты куда? Нет! Ой! Да! Это круто, конечно. Но это очень угарные уровни. Они, правда, ну, не такие разнообразные, как прохождение, но посмеяться можно. Да, но тут последняя... погоди. А, это я случайно, да, переключил? Да, ну давай выйдем, попробуем. В тот, на тот локацию. Сейчас чувствую, меня камнем придавит, да? Да, скорее всего, давай. Ледяную. Давай на ледяную, ледяная. Тоже угарная. Да, я помню, мы с ней прикалывались. Да, мы в нее играли, кстати, с тобой. Хватит. Тебя не завалило? Нет. Мы мяч. Не держать меня за жопку. Папа, держи. Да, нет. Уронил меня. Я не выбрался, нет. Ай. Ай. Ну давай, не стесняйся. Или слева интересненько. О, как ты? Вот так вот, я тебе сделал. Болевой прием. Станет меня! Опа! Психанул, да? Да, психанул. Ой, ништяк, до свидания, ребята. Тихо! Нет, сел на ледышке. А я руки качаю, смотри. Нет! Нет! Ай-яй-яй! Вот так вот! Я царь горы. Это не царь! Да я царь! Ты царь кролик. Yeah. На нас облако нападает. Смотри, на нас облако идет. По центру. Вот так вот. Не выходи, не выходи. Сиди там. Я потею опять, Вить. Начинаю плохо пахнуть. Ой, у меня... О, у меня все пошло по плану. Я душил, Стаса снеговиком, значит. У меня качество связи падает. Нет, сейчас, погоди. За хвост тебя. Акробат, недоакробатил. Оп, иди сюда. Оп, хорош. Это какие-то смертельные убийства пошли. Незаконные, между прочим. До свидания. На. Да нет. Нет. Давай, до свидания, пока. До свидания. Там можно было выжить, если на снеговике. Иди сюда. Давай. А какой шустрый. А, за руки меня взял, да? Удачи! Ты хулиган. Хулиган, говорит. Не сдавайся, ты там не выберешься. Нет, я буду жить.
Нет. И не дожить. Ну куда ты меня? О, ну что ж такое, террорист? Сидит там, вообще не выбить его с этой горки. Я царь королей. Ну что ж такое-то? Он себя сейчас убил. Наконец-то я его выкинул отсюда. Все, теперь моя очередь здесь сидеть. Не подходи. Это было хорошее место. Ну давай, я тебя жду. Ну что ты там сел, давай. Нет. Пир кувырнулся слишком чересчур. Давай, тихо. Стоять. Уходи. Уходи, я сказал розовый. Тебе здесь не место. Уйди. Иди, розовый. Да нет! Так. Смерть розового! Это смерть всех кроликов! Тихо! Опа! Напряженная игра! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Нет! Первая победа! Шелом! Называйте теперь меня кролик Шейлом. Чего? Как? Удушливый кролик Шейлом. Бам. Шейлом. Да, это было. Ну круто. Чё, поржали что? Поржали, я думаю, да? Достаточно. Забавная игрушка, буду вообще еще. Забавная. Я буду еще, говорит сын. Понравилось. Здесь мы все прошли, да? Ну, мы так посмотрели режимчики. А, здесь еще пару карт осталось. Ну, давай их оставим, вдруг люди скажут. Давайте еще в баскетбол поиграйте. Да? Да, мало ли. Смотри, тут еще готовиться будет со временем. Да, что можно втроем, даже вчетвером, прикинь. Да, мясо. Пускай. Можно подсоединять кучу народу сюда. В ремоут-плей, прикинь, зажигать как. Да, лихо зажигать. Надо фубуки будет подключить. И втроем. Фубуки или пёхой. Посмотрим, чьи читы сильнее. Да. Что ж, это, ребята, была игра Super Bunny Man. Мы просто пришли развеяться, расслабиться и поржать. После мощной каточки, давай, конечно. Да. Надеюсь, вам понравилось. Лайки ставьте, подписывайтесь, ссылочку на полезную группу ВКонтакте. Всем хорошего настроения. Кстати, смотрите полное прохождение этой игры от нас со Стасом в коопе. Здесь было очень жарко, когда мы это дело проходили, и очень смешно. О, да. И очень багованно. Много смеха. Да. Особенно последняя карта с этими, с водой. Да. Все, пока-пока. Пока. Берегите пальмы. Берегите пальмы, да, и бомб.